ночи туманю, ветру в трубах заливать, солнцу стынут, тучи млится, нам с тобой идти учиться, буквы с цифрами читать, писать, по слогам букварь читать. Учеба — это труд. Первоклассники, вы пришли учиться в 20 веке, а закончите школу в 20. Вы разные писать, тонким перышком тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Читать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Читать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить, воспитанный быть, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Так, Семенов Слава. Так, Оля Смирнова. Катя Вероника Александрова. Так, Шишкин Игорь. Так, Сережа Павлов. Так, Сенкевич Коля. Кирилл Шевченко. Так, Юлия Першина. Нет. Ковалев Антон. Так, Алеша Матвеева. Алеша Ситников. Нет. Так, Ваня Кунев. Нет. Так, Воробов Дима. Нет. Так, Чебыкин Сережа. Нет. Так, Саша Соловьева. Истомин Денис. Сироги Наталья. Нет. И Сева Верников. Ребят, я кого не назвала? Всех назвала? Всех назвала. Так, а Антон Лунев? Лунев-то не Антон. Есть Ваня, а кого есть Антон? Нет. Вот Лунев-то у меня был. Потом... Читай его, а вы запоминайте. Зазвенел звонок веселый, наш учитель у доски. Мы пришли сегодня в школу, мы теперь ученики. Давайте тихонечко, кто запомнил, за мной будете повторять. Кто не запомнил, ничего страшного, вы учите тоже. Так, зазвенел звонок веселый, 3, 4. Зазвенел звонок веселый, наш учитель у доски. Мы пришли сегодня в школу, мы теперь ученики. Ну-ка, кто-то один сможет рассказать? Алеша Ситников, не знаешь стихотворение-то? Не помнишь? А кто запомнил уже? Ну, давайте еще раз вместе скажем. Зазвенел звонок веселый, 3, 4. Зазвенел звонок. Наш учитель у доски. Мы пришли сегодня в школу, мы теперь ученики. Вот, Тёма, стихотворение расскажите своим мамам и папам. И бабушку порадуйте с дедушкой, ладно? Договорились? Очень хорошо. Так, ребята, у нас сегодня с вами в гостях вот этот человек толкать не будет. Он все будет знать, правда? А еще, ребята, Незнайка вот из этих букв составлял слово. И что у него получилось? Давайте мы сейчас с вами посмотрим, что же это слово он пытался составить. Вот здесь я их поставлю, эти буковки. Ой, какие буковки. Ой. Какой... Thank you.
Папа, покажешь? Сережа. Сейчас, ребят, я вас там выводить. Сейчас, давайте, чтобы они нас не проверяли. Лёга, к папе проверяй. Серёга, они что-то не тихо достали. Так, давай. Гидратов уже у меня не разлетировали. Помойки. Нужно подойти. Он уже есть, входит, наверное, уже до завтра.